Всем привет, ребята! Я в Танзании, город Дар-эс-Салам. Гуляю по музеям, пока выходные. Город пустой, никого нет. Приятная прохладная погодка. Снимаю, конечно же, видео. Завтра в моем инстаграме, вот он тут привязан, в 15:00 по Москве будет прямой эфир у нас с Екатериной Перес. Это один из самых крутых критиков ювелирного искусства в мире. Мы поговорим подробненько, где-то часик-полтора, возможно, про символизм в ювелирном искусстве. В частности, будет символика шаманизма и сакьянта. Кто-то из вас уже об этом знает больше меня, а кто-то не знает ничего. Но в любом случае, приходите, пишите вопросы, поотвечаю на них. Всем привет, счастливо. Видео, как смонтирую, про Дар-эс-Салам, музей и всякое такое, обязательно выложу, будет много интересного.